Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Приют для бездомных животных «Четыре лапы» утепляется на зиму. Волонтерам требуется помощь горожан, начиная с дров и заканчивая строительными материалами. Сегодня впервые помогли приюту и работники администрации. На призыв о помощи приюту первыми откликнулись работники пресс-службы администрации. Следом подключилась вся мэрия. Вместе собрали газеты, закупили корм и лекарства. Для бездомных животных сейчас наступил самый сложный период. Сезон холодов – это больше затрат для волонтеров. Приют нуждается в дровах, материалах для утепления помещений и будок. Спасут старые матрасы, одеяла и подушки. Нужны и стройматериалы в новое здание. Здание мы построили, то есть оно как бы внутри, снаружи уже там почти оно сделано, там все сделано. Теперь мы как бы еще внутри надо там обделывать, там делать полы. То есть нам нужно, вот еще нужен линолеум, нам нужна эконом-панели, новый дом. И сейчас у нас построено, мы строим будки для собак, нам нужен рубероид, чтобы покрыть крышу. Потому что будки стоят, как бы они уже готовы, можем даже как бы принять животных туда подселить, но нет на крыше рубероида. Нужны гвозди, сетка, рабица, холщовые мешки вместимостью 200 литров. Насущная проблема – нехватка корма. Приют принимает сухие влажные корма, крупы, мясную и рыбную продукцию. Сейчас в приюте уже 400 животных. Количество собак и кошек разделилось поровну.